Весело, дружно и эмоционально. Городской фестиваль «Мама, папа, я, спортивная семья» собрал рекордное количество участников. Спортивный праздник объединил 42 зареченские семьи. Очень приятно, что это мероприятие пользуется такой популярностью в нашем городе, как вид такого семейного досуга. В программе соревнований у нас 3 комбинированные эстафеты. Мы делаем это по подобию области, и это не просто городской этап, это у нас отбор на областные соревнования. Семья Подороевых принимала участие в соревнованиях в полном составе. Супруги Анастасия и Владислав, а также их сыновья Данила и Ярослав решили активно, используя, провести выходной день. Мы участвуем впервые, решили поучаствовать. Ну, нас пригласили, мы, не думая, согласились. Почему бы не поучаствовать? Мы настроены поучаствовать, получить позитивное настроение. Мы обязательно победим! Муниципальный фестиваль «Мама, папа, я, спортивная семья» стал отборочным этапом перед областным турниром. Лучшие результаты на городских соревнованиях показали семьи Жиженковых, Борискиных, Самошиных и Карнауховых. Все они были награждены дипломами, медалями и денежными призами. Кроме того, победители получили право представлять Заречный на региональных стартах, которые пройдут в Пензе 2 апреля. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».